Привет, подружка! Привет! Нам в садике задали такое задание интересное. Нам нужно выучить дни недели. Хочешь, будешь учить вместе со мной? Ну да, конечно. Потому что мне мама тоже сказала сделать. Ну, я плохо их знаю. А вот ты у меня спросила. Хорошо, тогда вместе выучим. Кстати, помнишь, как называется детский садик по-польски? Жировка. Да, или можно сказать пшедшкола. Ну да. Пшедшкола – это детский садик, ребята. Вот у нас есть дни недели. Смотри. А еще я выучила стишок. Специально, чтобы нам было легче с тобой учить. О, скажешь, он очень, наверное, интересный. Да, послушай. Вот неделька, в ней 7 дней. Поскорее знакомься с ней. Первый день по всем неделькам называется... Не знаю, просто... Ну, наверное, понедельник. Понедельник. А по-польски будет понедельник? Посмотрим. Понедиалек. Повтори. Понедельник. Отлично. Вторник – это день второй. Он стоит перед средой. Я знаю. Это вторник. Вторник, точно. Вторник – это вторник. Еще я знаю. Пьонтек. Просто пьонтек, наверное. Да, есть такой день недели, но он будет еще через 2 дня. Давай посмотрим дальше. Серединочка недели называется среда. Третьим днем была всегда среда. Помнишь, как называется среда? Не знаю. Это шрёда. Шрёда. Да, отлично. Третьим днем всегда была среда, шрёда. А четверг? Четвертый день. Шапку носит на бекрень. Четверг. Четвертек. Повтори. Четвертек. Четвертек. Отлично. Шапку носит на бекрень. Четвертек. Пятый день. Пятница. Тот, который ты знаешь, да? Да. Как его там, я уже забыла. Пятый. Пятница. Сестрица. Очень модная. Я девица. По-польски пьонтек. Пятница. Будет пьонтек, конечно же. А в субботу, день 6, отдыхаем всей гурьбой. Суббота по-польски будет, посмотрим, суббота. Почти так же, да? Угу. Ну и последний день недели, когда мы все отдыхаем, называется воскресенье. Назначаем воскресенье, это будет день веселья. А по-польски воскресенье будет неделя. Неделя. А может, ребятки тоже за нами повторяют? Конечно, они же, наверное, тоже хотят выучить польский язык, чтобы понимать все, что им говорят. Ну что, мы уже все сделали? Да, но только я забыла сказать тебе, что вся неделя по-польски называется тыгодин. А, тыгодин. Тыгодин. А можно я кое-что скажу? Конечно. Что, то есть, ребятки, если вы научитесь польскому языку, вы можете с детками разговаривать сколько захотите. Вот моя сестренка умеет уже говорить по-польски очень-очень много. Давай повторим еще раз. Дни недели по-польски. Понеджалик, вторик, шрёда, чвартик, пьёнтик, суббота, неделя. И теперь ты повторяй за мной. Понеджалик. Понеджалик. Вторик. Вторик. Шрёда. Шрёда. Чвартик. Чвартик. Пьёнтик. Пьёнтик. Суббота. Суббота. Неделя. Неделя. Здорово. Я думаю, совсем скоро ты сможешь уже разговаривать. Очень здорово. Ну что, молодец. Всем пока и до скорых. Пока-пока, учите язык, и у вас все получится.